Красноярка делает брошки необычной формы. Рукодельница Мария создает украшения в форме задней части животных – лисичек, ежиков, котов и собак. Многие уже называют такие украшения символом уходящего года. Мария занимается рукоделием более 20 лет. В прошлом году она уже пробовала продавать брошки необычной формы, но к концу 2020 года они оказались очень актуальны. Как-то вот еще в прошлом году увидела, что какой-то фотограф фотографирует чисто котов сзади. И я подумала, а почему бы и нет? Тогда сделала, у меня их расхватали, брошки. Я благополучно про них забыла почему-то. Сейчас решила повторить, и вообще уже половины нету, уже забронировано. Сейчас у меня забронировали всех котьих попок. Свои работы Мария публикует в Инстаграм и продает их за небольшую сумму. И даже если какую-то брошку уже забрали, она сможет сделать новую на заказ. Одна брошка занимает у Марии 4 часа работы по технике валяния. Но делать такие украшения только в радость, говорит мастерица.